Так, у нас вот идут финальные слова, поздравления, благословения и прочее. Так, здесь у нас портреты, большие красивые картины, как вы видел ранее Киргизстан. В принципе, он примерно так же и сейчас выглядит. Слева юрта, справа горы, национальный головной убор, колпак, который является тут очень модным, неотъемлемым атрибутом мужской моды. Так, ну здесь, я так понимаю, просто гости коротенько финализируют и поздравляют молодых со свадьбой, с этим праздником, и желают им что-то хорошее. Друзья, у нас очень красивая свадьба в очень красивом зале. Да. Это в Аллахом забытом селе. В очень маленьком поселке, где живет всего 30 тысяч людей, собралась уже свадьба сразу на 200 человек. И это я только четвертый день в Киргизстане. Что будет дальше? Я думаю, что дальше будет все хорошо. Чтобы проверить, так это или не так, не забудьте подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, поставить лайки и откомментировать хорошими словами. Ну и, конечно, поделиться этим роликом с друзьями. Друзья мои, спасибо за просмотр. Впереди еще очень много интересного. Всех целую, обнимаю. Желаю безграничного счастья.